Давайте встретим членов жюри, наших членов жюри, которые будут решать, кто круче. Дуэт Лена Кука. Ваши аплодисменты. Лена Кука. Как дела, Вася? Тамби, да? Кстати, Тамби — единственный участник сегодняшнего роста, которого можно трахнуть промеж сисек. Обратите на это внимание. А если вы не знаете, как выглядит гей с Кавказа, посмотрите на Рустама. Ну и представьте его с отрезанной головой, естественно. Вот примерно вот так вот. Александр Долгополов и Женя Сидоров. Так, кто хочет начать? Пусть Женек начинает, ему нужнее. Окей. Дуэт Лена Кука. Рустама я видел всего два раза в своей жизни. Это первый раз он раздувал нам угли. Второй сегодня он меня довез от общаги до клуба за 200 рублей. Так что никаких претензий. И Саша Долгополов. Больше всего я боюсь, что Санек умрет прямо во время батла. В плане, ну, тут нельзя загадывать. Санек похож на человека, который отказался от лечения смертельной болезни. Дорогие зрители, Вася, Лёлик и Болик, Лена Кука, Пена Лука, ёбаный рот, охуительное название. Ну, я понимаю, почему Женя вот выбрал стоять поближе к ребятам, потому что, ну, у Жени так сложилось, у него никогда не было проблем с мусульманами, потому что у него башка в форме полумесяца, если сбоку смотреть, в форме полумесяца. А, еще, я забыл, а еще потому что он всем отсасывает всегда. Так, вы наверняка уже заметили, что Женя Сидоров очень жизнерадостный. По факту, если выебать девушку Жени у него на глазах, он будет стоять рядом и такой... Неприятно. Да, чувак, да, в точку, в точку. Нет, чувак, не в точку. Это называется пизда, я ее в пизду ебу, это не просто точка. А еще он сосет всем. Санек женат, ебануться. Жена Санька — это его первая большая фанатка. Санек так охуел, что у него могут быть фанатки, что сразу женился на ней. Санек женился ради шутки. Я женат, извините, девчонки. Серьезно? Ты мог соврать. Не обязательно было жениться. Я недавно смотрел видео на ютубе пранки, которые вышли из-под контроля. Там вначале... Там вначале черные били белого, потом копы поймали пранкера, и потом Санек обменивался кольцами с Майей. И я в этот момент такой блеванул, если кто не понял. Жена Санька феминистка, поэтому я думаю, что Санек до сих пор девственник. И в связи с этим совет. Санек, на выпускном? Вам же сейчас по 16 обоим примерно, правильно? Просто набухай ее хорошенько. Пара шотов и вся эта хуйня, феминизм, до свидания. Но сам не пей, ты на грани смерти, чувак. Кто-то хочет ответить? Да что ответить, больно, конечно. От друга такое слышит, Жень. Хорошо, тогда поехали. Второй раунд. Женя Сидоров. Женя Сидоров. Король пидоров, блядь. Как вам такое? Санек экспериментальный комик, типа. Ну, не знаю. Я бы назвал его экскрементальный. Не знаю, по-моему, Санек сам похож
на правительственный эксперимент, на который забили хуй в какой-то момент. Он как электроник, за которым никто не гоняется. Возможно, поэтому он так выступает, ездит по городам, типа «Создатель, я живой!» Кстати, у Санька интересная история того, как он попал к нам в клуб. Клуб заказал лавовые лампы на Алиэкспрессе. Привозят коробку с лавовыми лампами. И там вместо пенопласта Санек лежит. Санек, ну в целом, типа, ну... Ты похож на окурок, чувак. Дело в том, что я хотел бы небольшую историю рассказать. Дело в том, что когда у меня начался переходный возраст, у меня не было прыщей. И я всю жизнь думал, а где же они? Где они? Где они все? И вы, возможно, не знали, но шипованную обувь создавали, срисовывали с Жениного лица. Женя вообще, мне кажется, Женя выглядит так, у него такое лицо, как будто бы он все время хочет сказать: «Что вы наделали? Боже, нет, господи! Зачем вы плеснули в меня радиацией? Нет!» У Жени, блять, раз пошли по девушкам, то такая хуйня. У Жени была девушка одно время, она везде его возила, везде поила, там платила за него, вся хуйня. Но потом ее цирк уродов закрылся, и пришлось отпустить. Да. К сожалению, пришлось отпустить Женю обратно в радиоактивные пустоши, где она его и нашла. Чё, мало? Женя Сидоров выглядит как человек, который хотя бы раз в жизни пытался сам у себя отсосать. У Жени такое лицо, как будто бы он точно один раз в жизни, но покупал голоса ВКонтакте. Чтобы поднять свой ебучий рейтинг. Я вот о чем подумал. Если прыщи появляются от неправильного питания, то что такого, блядь, съел Женя Сидоров? Эту тряпку, которой в школе доску вытирают. Вот это он, вот это съел. Это каждый день ест. А еще он сосет у всех. Я говорил об этом. Стоп, игра. Ответка небольшая. Я выгляжу так, как человек, который пытался себе отсосать. Санек выглядит так, как человек, который уже удалил 2 ребра. Это разъеб, ребята. Удалил и не жалуюсь при этом. Ну, бля, хорош, парни, хорош, блядь, это... Это всего лишь игра, я это понимаю. Блядь, сука... Ебать! Женя Сидоров выглядит как человек, которого можно уговорить на минет. Фразой «Чё, Женёк, отсосёшь?» И, ну, и он сразу такой «Да». Чё, мало? Женя Сидоров был в море, это действительно правда, он однажды отправился в море, потому что надеялся, что это море клеросило. Санёк относительно популярен в России, ну я думал почему и понял, ведь в России издревле обожали юродивых. Они вот эти карлики, прокаженные, мутанты, понятно? В Воронеже его бы закидали камнями, но в Москве смотрят как на заморскую хуйню. О, этот больной мальчик разговаривает. Вау! Переехав в Москву, Санек создал паблик «Я покоряю Москву». И пока все, чего он добился, это снял комнату в квартире и малолетку добился. Санек, нужно было назвать паблик «Я покоряюсь Москве». Я заглатываю погланды у Москвы, что-то такое. И когда... Я все помню, тут фотка Санька. Когда Санек спит, он похож на груду обоссанных тряпок.
целом это не связано со сном, он прямо сейчас похож на груду обоссанных тряпок. Секс с Майей выглядит, как будто Майя пытается запихнуть в себя мусор. Господа жюри, что скажете? Блин, у меня, короче, по раундам лидировал Долгополов, но вот по вот этим ответочкам в совокупности у меня опять сравнялось, и я, блядь, не знаю опять, что делать! Я помогу, все нормально, все хорошо, я здесь. У меня по раундам было 2-1 в пользу Жени. Но! По вот этим ответочкам все сравнялось! Что делать? Я... давайте, это все вы... Женя, я за Женю. Отлично, Женя. Женя, один голос за Женю. Правильно я понимаю, да? Так можно обоих взять? Нельзя, нет. Я не буду, мне похуй, я не буду решать. Давайте без криков и хлопайте только за одного. Хорошо, чтобы побыстрее мы решили уже. Давайте, Саша Долгополов. Женя Сидоров. Что думаешь? Я за Долгополова был. Побеждает Александр Долгополов. Ваш аплодисмент. Отличный баттл.